Отсутствие огнетушителей, план эвакуации. Эти и другие нарушения обнаружили сотрудники управления по ЧС при мониторинге детских развлекательных центров. За ходом рейда по пожарной безопасности следила и наша съемочная группа. Получается, пожарный кран состоит вот рукав, присоединен к стволу и должен укомплектоваться не менее двумя огнетушителями. Огнетушители у вас отсутствуют. Также должны быть средства индивидуальной защиты здесь укомплектованы. Профилактические мероприятия по предупреждению пожаров проводятся ЧСниками регулярно. Сотрудники противопожарной службы мониторят жилой частный сектор, многоэтажки и даже автотранспорт. На очереди развлекательные площадки для детей. Рейдовые мероприятия направлены на безопасность детей. В первую очередь обращаем внимание на детские игровые центры. Как показал сегодняшний рейд, не совсем везде соблюдается требования пожарной безопасности. Об этом было сказано как арендаторам, так и владельцам. Так, в поле обследования сотрудников управления по ЧС попали два детских центра. Один площадью 400 квадратных метров, второй в 5 раз больше. В обоих случаях, частично или целиком, они расположены в цоколе, что не соответствует правилам пожарной безопасности. То есть наше дело предупредить. В дальнейшем будет проводиться проверка. По результатам проверки будет внесено предписание о том, чтобы запретить размещение в подвальных либо цокольных этажах детских игровых центров. По недостаткам было указано, то есть устно предупредили о том, что необходимо установить огнетушители, установить планы эвакуации, где-то провести инструктаж с персоналом, где-то персонал даже не знает, куда звонить при возникновении пожара. Экстренный номер противопожарной службы 101. Пусть вам не придется им воспользоваться, но знать его обязан каждый. Как и то, что пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности может повлечь за собой необратимые последствия. Именно поэтому сотрудники управления по ЧС проводят регулярные рейды по социально значимым объектам. Отмечается, что данные меры не направлены на привлечение к административной ответственности, а носят профилактический характер. Между тем, работа по мониторингу детских игровых центров будет продолжена. В городе официально функционируют 19 таких развлекательных площадок. Дарья Жумабекова, Арман Якубов, Ертыс Ахпарат.